Давайте пока на плюс сайта. Минус лицо. Точнее, что друид. Тихий любит. Ну понятно, да, что ты не можешь там выхилить сразу столб. Уже через минуту могу, здесь у меня начнется война. Просто 3 секунды вам надо засейвиться. А, Фокси, возьми с тобой вторую банку на всякий случай на первый выход. Okay. Потому что бой может затянуться. Баночки можно уже, да, надеть на себя и почистить? Mm-hmm. Да, баночки можно, банки, еду. Еду можете проесть уже сразу, потому что бой будет явно. Может, просто надо было сейчас одеться по полному, чтобы они немного обосрались, может, и не вышли. Да, у них такой шмот. Не вышли бы в желтую локу с тебя, твой шмот модный поснимать, да? Его еще снять надо. Изи. Ну, да. С арканной курсой изи. Можно одеваться, ребят, можно одеваться. Я уже оделся и отбежал в сторону. Хорошо. Не, ну, Алакейн, можешь... Да, они и так будут знать, я думаю. Сними посох. А, у них со склад все положил, ребят, сори. Так, смотрим. Так, большой священный, курса, арка, все как мы планировали. Ботинки на бег лучше поставить или щиты? Ботинки, щиты, задняя линия, щиты ставишь. Адский капюшон 6-3. У них замена, у них раньше был лук, сейчас стал аркана. Хорошо. Ребят, через низ заходим, Еду все съели. Как нас вход делает, королевский меч, лужу под нас кидай, я в хросту говорю. И бомбочкой его лови. Он замер на месте. Да, занимаем центр, да. занимаем мид. Так, они наверху занимают верхний обелиск, мы к ним не спускаемся, ждем, пока они будут заходить. Какой не густо. Холик в шапке с хранителем, лол. Нормально. Попросаживается. Угу. Можно выбить КД. А, ребят, у меча ни одного сейва, то есть если просадим, мы сейвиться нечем. Меча начинаем работать. На стаках. Начинаем меча, поехали. Меча, дальше меча, работаем меча. Аркану готовимся сбивать. Меч, дальше работаем. Дальше. Фулайс работаем. Фулайс, аркана. Хилми. Королевский прожал. Сейв ми, Фокси, сейв ми. Сталка хил. Понимал, отмалил. Так, а еще в меча. Сатира, работаем. Пенетру, дай, ребята, наши есть. Меча, возвращаемся и меча убиваем. Блять, круто. За мечом бежим, за мечом. Вернулись, ребят, Алакей на сейв. Меня сейвить нужно. Бегу. Саша, убегай, просто убегай. Не убегу, мне сейв нужно, еще раз говорю. Я просто по другой стороне. Развернись, похиль меня. Могу, я далеко. Зачем было бежать? Оделись заново. А, это не ты был, извиняюсь, это не хил был, это Алакейн. Да, я ж если бы за вами пошел, я бы оказался в жопе. Да, окей. Делись заново. Капитан, как ты умер? Просадился и убежал? За ним побежал. Да, королевский меч бежал за нами двоим. Блять, мана. Так, тихо, маны нет у меня. Ждем. Поставь шапку так. На отхил, наверное. Ой, на оригинал. Да, пока. Я понял, сейчас я в бою просто. Может, на как-то выйти. Почему фокус с меча сделали на другого? Меч был прожат до 600, его в соло прожал. В чем проблема? Ты зачем свежий делали? Я меча бил все время почти. Так, секунду, когда я делал сейчас? Меняю скил. Мечтаю ли. Так, еще, нас четверо, где еще один? Да, ждем хила. Нижнюю забери, пока спейзовый стал. Давайте. Готовь стенку, если что. Входите. Все, они спустились. А, мы в две стороны разбежались. Отступай к своим отступай. Алло, почему концерта не было? Так, работаем в хила. В хила, ребят. В хила, Ронин, в хила. Аудин. Еще в хила. Поехали по хилу дальше, в хила. Дальше гоним хила. Я королевского.
Еще в хила, еще в хила. Дальняя два, линия на хила, два, на хила, два, на хила, два, в хила. Два, хорошо. Упал, упал. Дай дракс, дай дракс. Дай дракс убьем. Так, аркану убили. Убили, убили аркану, убили аркану, ребят, убили аркану. Все хорошо. Вперед, 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 вперед. Ронин догоняем. Так, все, забрали обелиск. Ронин забираешь. Так, Ронин гонишь, гонишь, гонишь. А, 10 хп! Да блядь, ладно! Я не дотянулся. Не добьешь? Нет. По позициям. По позициям. Ребят, хил ватный достаточно, можно сидеть на хиле нормально. Как даже без молчанки. Слабое. Пьё тоже сладкое, в соло разобрал. Копьём все? Да, копьём. Может, мы можем сейчас дойти скинуть на палатку или... Нет, 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 нет. Ты не 7 должен делать. Так, куда они, где они? Видать их? Ронин, ты, ты банку прожал, Ронин, в том бою? В том, да, в этом нет. Окей. Ждем. Мне а, тоже а, так, смотрим, Ронин смотрит вниз, заходит. А через верх заходят. Через верх, все наверх стянулись. Ну, так, четверо, нет, пятеро все-таки. Так, ребят, а когда будет, будут когда начнется захват, спускаемся и бьем. Спускаемся и бьем. Они не трупы возможности, пожалуйста, пенетрай. Mm-hmm. Поехали, поехали, вошли, 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 ребят. Хил вошли. Он один справа. Ауди, Лужу, Аудин, кинь, сидим потом. Сразу на хиле. Лужу кинь в него, хила. Клинц, хорош. Аудин. Все равно сели слабый. На него. Дожали, дожали, дожали хила. Почему? Сейчас весь маг убиваем. Хорошо. Биохазард, биохазард курса. А, флайлайс, флайлайс, флайлайс. Аркана, аркана. Аркану добить, аркану добить. Алакейн, замедли. Сейчас замедляю, замедляю, замедляю. Сейчас чуть-чуть ускорение есть, пошел. Ой, мне бочку закинули. Хорош. Есть, убил одного. Дальше, дальше, дай дракс пробуй. Нет, назад, под палатку зайдешь. Назад, 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 назад. Все хорошо. Все. Молодец. Отошли, отошли. Ох, отошли, ты, захилились. Халява. Захилились. По-моему, это был последний сет, он с четвертым вышел. Хил. Аудин. По позициям. Ронин смотрит вниз, остальные вверх. Прокастики-то простовские, хорошо залетают по ним. Больно. Главное контролем отдать, ее никуда не убегут. Да. Хил даже под этой неуязвимостью все равно замедляется. Снизу один, по крайней мере, вижу. Идет меч. Так, чекайте, если там пятеро будет, я на вверх низу, буду смотреть. На низу меч. Все? Один, двое, все. Так, хорошо. Ребят, так, такая же схема. Как только начинается захват, мы заходим в них. Захват пошел? Я хилку проел. Блять. Да, заход уже заканчивается, кинь лужу. Поехали, поехали, поехали. Также на хила. Сажусь на хила. Хила дальше, ребят, маги, маги в хила сыграйте, маги нас в хила сыграйте. Звонили. Маги в хила сыграйте, Аудин, Аудин, Аудин. Так, да. меня бьют, ребят, меня бьют. Бенвис ушел. Выживешь. Бенвис ушел, хорошо, продолжаю. А, Аудин, Аудин добрали, добрали Аудин. Жму, сейчас убью. Кончился. Отклинчил. Там, блин, Рони не досталось. Контрспелл, где Варкан? Алё, почему? Почему? Хорошо, Дейдракс, Дейдракс работаем, Дейдракс. Нет, Сатич. Сатич, Сатич, Сатич. Всё, упал один. Так, наказание, наказание королевского. Меча, меча, меча королевского. Не для королевского. Наказание, похили, пожалуйста, на залутайте меня, пожалуйста. Кто там похилит? Кто там хилит? Да не серьезно. Похилю сейчас. Я забыл. Так сделаю, похилю. Так, регенимся, здесь ребят, регенимся. Шоу. Просто регенимся. Не ловим как дамаг бы... ни от кого. Как бы у чуваков минус 3 сета, не уверен, что сейчас выйдет хил. Посмотрим. Я пойду по палаточку, короче, наверное. Ну? Да, да, отнеси, пожалуйста, мои вещи. Ну, может, нет, нет. Ну, а вы меня не залутали? Там вот так, очень вот много так. Трэша, это у меня есть другой 6-1. А, Лакейн, ты, ой, Фокси, ты нам очень нужен, быстро отхилить нас. Я уже тут. Давай, давай. Хорошо. Сейчас я чуть-чуть прям по палатке постою. Мне больше интересно, сколько фактов. Так, ребят, идем вверх смотреть. Наказание, смотри палатку. Я на палатке прям стою у них. Они там? Все там стоят. Все, хорошо. Что, контратаку кидаем? Молодцы, победа. Да, кидаем. Ну... Один раз я упал, но по своей ошибке. Ну и я один раз упал. Я не упал.
Не, ну там размен жесткий, конечно, шел. Хила очень долго не могли продавить. Почему? Капитан, почему контрспелла нет паркания? У нас хил сейчас жил за того, ихний хил жил за того, что контрспелла не было. В него лучше вбивался. Зачем ты контрспелла, его не юзаешь в итоге? Я его юзаю. Сейчас ты почему не сбил в итоге? Так. Я не на луче, заюзал. Всех полтали там под елочкой. По луче. Да, да, всех, по-моему. У нас здесь ассист идет по хилу, мы должны сделать капюшон, так, привет, он... ребята. Не, они стоят, никуда, ничего? Не, никуда, все. Да, они уже не успели. Сейчас со шмотками какие-нибудь другую локу надо, наверное, забрать, ищет. А, нет, 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 нас здесь же. Че за статистика ГВГ? Ну что, ребят, регаемся на контратаку? Я не хочу. Саша, ну пожалуйста. Ребят, давай я тебя поуговариваю. Че, вы их убили, да, Клео? Да, да, убили. Но бой жаркий был достаточно. Такой же этап, да? Чуть-чуть другой, курса, курса. Так, ребят, давайте по сетам. Что у вас по сетам? 20 минут 2. У нас есть. 2 осталось. 2 сета? Ничего не потерял, все есть. Так, наказание. Один сет потерял, но один основной со мной. Давай наказание, ну, да, тебе тоже дам. Вот так вот. Ты угораешь. Зачем? Ну, в смысле, а если у тебя, например, посохи будут, а тело с пузом, а тела нет? Как сказать? У меня вот ровно 2 комплекта всего. Ну, вдруг тебя... Короче, держи. Вдруг посох с тебя слутают и так далее. Так, капитан, капитан, стой. Капитан один раз упал, да? Да. Вот так вот есть. А шапочку можно, кстати, вот которая упала? Так, ну вот только так. А шапочку кожаную? Ну, которая... Да, там... На это... шашку? Да. Ну, а зачем? Пригодится также. Сейчас ты сейчас ее сможешь выйти сейф в ней? Это твой сейф. Зачем это? Ты сможешь выйти можно сейчас вот в этой шапке? Могу. Ну, блять. Ну попробуй взять. А, подожди, она какая? Она. Она ладно, на шашку дымовую. Ну как он ее будет юзать? Он будет заходить, и ты со сталкером не сможешь ничего сделать. С этой шашки. А, погоди, можешь? Нет, я не могу ее одеть. Ну, блять. Почему? Увы. Я-то думал, что смогу. Возвращаю. Давай. Я же забыл, что это кожа. Кажется, идем вверх. Слышь, Сталк, это самое, вы сейчас будете дальше атаковать, да? Да. Регаемся. Так, зачем ты мне дал престовский посох? Ну, то, что поднял с преста ихнего, пригодится. Так, у вас осталось по 2 сета, я так понимаю, наказание у Фокси. Какой там престовский посох? Да. Ну, он сейчас у Фокси. Ну, значит, ребят, сейвить, сейвим вас лучше, пытаемся, и все. Я говорю, какой был Кистовский стат? Полезный? 5.